Иранцы и тюркские народы по всему миру встречают Новрус, Новый год по солнечному календарю. На столе обязательно должны быть 7 предметов, название которых на фарси начинается с буквы «С». Например, яблоки, чеснок, уксус, различные зелень и рыба. Монетки символизируют богатство, а проросшие семена пшеницы – наступление весны. В самом Иране гуляния длятся почти 2 недели. Диаспора, живущая за пределами страны, также не забывает о традициях. Обычно иранцы проводят этот праздник в кругу семьи, рядом с близкими. Мы живем за рубежом, наши семьи далеко, и мы не можем встретить Навруз с ними. Но это не мешает нам собраться всем вместе здесь. Так получается, что во время Навруза мы сами становимся одной семьей. Навруз считается одним из древнейших праздников человечества. Его отмечают уже как минимум 2500 лет. Само слово на фарси означает «новый день». Несколько лет назад ЮНЕСКО включила Навруз в список всемирного нематериального наследия. Как сообщает из Великобритании наш корреспондент Амит Лахаби, даже вдалеке от родины нет причин забывать о празднике. Те, кто отмечает Навруз по всему миру, с надеждой смотрят в будущее. С Новым годом!